Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня я нахожусь в меловом карьере. Это уже не действующая часть мелового карьера, и поэтому здесь сейчас работы не ведутся. Рядом я был, там еще стоят бульдозеры, всякие краны, КамАЗы вывозят мел. Рядом работает Шебекинский меловой комбинат. И это мой очередной выпуск про меловые обрывы. Здесь очень много больших меловых обрывов, которые прямо отвесные, такие суровые меловые скалы. Поэтому предлагаю вам отправиться вместе со мной путешествовать по этим меловым обрывам. И первое, что я хочу сейчас сделать, это попробовать подняться на самый верх. Не знаю, сколько это будет трудно, но этим мы сейчас и займемся. Побежали вверх. На первый взгляд кажется, что идти будет легко. На самом деле под ногами мелкая такая меловая крошка, рассыпчатая, и которая просто когда ты на нее становишься, она полностью сползает вниз. И поэтому это чувство легкости подъема становится обманчивым. Видите? Первый рубеж. Я залез на какую-то высоту. Здесь подняться просто нереально. Попробую зайти чуть-чуть с другого боку. Буквально в 10 метрах ситуация получше. Такие здесь ущелья. Так, вот здесь, возможно, я смогу зайти. Весь уже измазался мелом. А внизу красивые молодые сосенки. Так. Разговоры разговорами. Это верха чуть-чуть. Подняться не могу. Придется сейчас наверх закинуть камеру, а потом уже подниматься дальше самому. Залез на коленях, но залез, цеплялся за корни сосен. Они торчат, они трещали, мел сыпался, но я залез. Так, теперь. Это еще не конец. Здесь теперь единственное радует, что есть деревья. И можно как-то по корням будет подняться. В кроссовках уже скрипит мел. Вот так. Опа, здесь глина пошла. В таких дебрях. Глина еще хуже мела оказалось.
вообще как песок, точнее как вода. На нее становишься, сразу проваливайся. Тем не менее, я уже близок к вершине. Подняться это одно. Ну ладно, спускаться это. Я на вершине. Это нечто. Прямо как в пустыне Наска. Ух, смотрите, снизу я там проезжал, ничего такого не видел. А здесь цифра 8. То ли это 8 марта, то ли это бесконечность. Тут трудно сказать. Тут нолик. Или буква О. Или не знаю, может какой сатанический круг. Какие обряды здесь происходят. Сказать трудно. Ну ладно, не об этом сейчас. Давайте полюбуемся красотами меловых склонов. А вдалеке работает завод. Высота здесь просто сногсшибательная. Сразу вниз идет такой меловой обрыв. Мне еще нравятся здесь такие сосенки кругом, молодые, красивые. Это тем более особая сосна меловая. Здесь ее очень много. Много лекарственных трав, чебреца, душицы, смотрю. То есть после того, как здесь человек вел варварскую разработку полезных ресурсов мела, чтобы сделать из него всякую гадость. По сути дела, природа начала свое отвоевывать. И потихоньку восстанавливается. И даже, я скажу вам так, она здесь восстанавливается лучше даже, чем в тех местах, где человек не вел такую разрушительную деятельность. Ну, ведет небольшую деятельность. Раскидывает мусор, бутылки и все остальное. А теперь я попытаюсь спуститься вниз. Попытаюсь спуститься, так варварски сказать. Прямо прыгну. И по этой меловой, щебню меловому, не знаю, как его назвать, вот так скачусь вниз. Кто-то я варварски спустился.
Так, меловая красота. Я вообще в восторге от этого места. Здесь можно гулять часами, просто любоваться всем этим. Да. Еще больше всего мне нравятся елочки. Они такие маленькие, аккуратные. И такие маленькие иголочки. Это вот елочка, как самое большое дерево, только маленькое. Самый настоящий бонсай. Здесь какой-то бонсай мир. Здесь и елочки, как большие сосны. Но при этом они такие маленькие. Так, теперь мне надо искать спуск вниз. Здесь я его не найду. Поэтому придется подняться назад, чтобы потом опять спуститься. Теперь спуск. Спуск тоже дело непростое. Фу, вот так вот. Лежу на корне. Внизу пропасть. Ну сейчас спустимся. Фу. Весь измазался мелом. Мел кругом. Вот это жизнь, вот это интерес. Что, друзья, спасибо за просмотр этого видео. А я тут налазился по горам, весь запыхался. Весь в мелу. Приходилось и задницей скатываться по мелу. В ботинках полно мела. Все в мелу, фотоаппарат в мелу, штатив в мелу. Короче, мел везде. И даже, наверное, в легких пыль стояла здесь. Ну, там наверху, а там еще здесь вверх, и там еще склон, еще вверх там был. То есть насладился здешним местом. Сюда, конечно, надо приехать на более долгий срок, чтобы, так сказать, полазить, погулять. Ну, надеюсь, это видео вам понравилось. Это одно из моих видео из цикла про мел. Мела здесь у нас много. И вот я хочу показать все наши прекрасные меловые обрывы. Кстати, глыба лежит прямо здесь. Глыба момент наш поехать. Она уже упала и застряла на склоне. Не знаю, видно или нет. Сейчас покажу. Вот она. Глыба. Держится на честном слове. Ну все, спасибо за просмотр. До встречи.